Павло Юрійович, доповідь, будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги, шановні друзі. Доброго ранку, присутні. Доповідь, будь ласка, по наявності членів штабу. Олександр, будь ласка, проходьте, сідайте, де вам зручно. Сідайте тут. Сідайте, будь ласка. У вас є список штабу нашого, Павло Володимирович? Що це, новина якась? Поки несуть список, шановні колеги, шановні депутати, я дуже вдячний вам, що ви маєте час і приходите до нашого на засідання. Я звертаюся зараз до депутатів. Криненко, ви чули, що у нас засідання штабу? Ні. Я, Антоніна, вас теж. Исключительно, щоб уменьшити кількість людей, у нас тут засідання штабу. Якщо ви хочете зі мною потім о чому-то поговорити, я з вами поговорю віддельно. Тому ви, прежде чем приходить, Павло Володимирович, это вас попрошу, ще раз попрошу, внимательно объяснить тем, кому не доходит с первого раза, о том, что сейчас чрезвычайная ситуация. Ни митинги, ни аппаратные совещания в обычном режиме. И чтобы здесь был жесткий контроль, начиная отсюда, понимаете? А не то, что творится у нас на улицах. Потому что вот такие вот приходят и нарушают, и люди потом смотрят. Если им можно, почему нам нельзя выходить на улицы? Если им нельзя установленные порядки соблюдать, почему другим нельзя этого делать? Список есть? Список есть, Павло Владимирович, сейчас спрошу вас. Я уже, в принципе, начал вас поздравлять. Поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Давайте цветы. Давайте, явка. Хто у нас є наявності? Шановний Геннадій Леонідович, шановні присутні. З 32 членів штабу. Давайте перевіряйте наявність. Вугельман Павло Володимирович, Бедрега Світлана Миколаївна, Янчук Олесь Борисович, Котляр Андрій Іванович. Підгайне Сергій Григорійович. Ні, ви не перечисляйте список. Котляра нет, я так бачу. А Котляра нет. Бех Олег Володимирович нема. Давайте так, Володимирович. Труханов є. Всі інші. Потапський є. Тиховський. Є. Є, Олександр, бачу. Богданов Сергей, секретарь комиссии. Е? Что? Это не комиссия ТЭП, это штаб. Комиссия ТЭП 661, штаб, який мы створили. Або комісія, але яка працює по протидії розповсюдження коронавірусу. Бідрига Світлана Миколаївна є. Вугельман є. Котляр відсутній. Аніщенко Олена Семеновна є. Подгайний Сергій Григорійович є, Рибаконь є, Янчук
Бачу. Абрамова. Не бачу. Ватурин. Хто це? Батуріна немає? Ні. Немає. Так, ви є, Олексій Марко? Так, є. Броварську бачу. Буйневич бачу. Гончарова. Гончаров Віталій. Є. Добра ранку. Да. Герасименко, добрий ранок. Гривенко, добрий ранок. Дердіїв Петро Георгійович, добрий ранок. Жеман, бачу. Жильцов, десь бачу, бачу. Іваніск Олександр Леонович, бачу. Ілько, бачу. Китайська Ілана Петрівна, добрий ранок. Клепацький. Добрий ранок. Кондратюк. Корольов. А де Корольов? Що він? Кузнецов бачу. Маркова Тетяна бачу. Машьянов. Є. Никандрова є. Никогасян є. Амельчук. Є. Панов. Добрий ранок. Олександр Анатолійович, бачу. Полюляк Віталій Анатолійович. Не бачу десь. А, бачу. Інна Петровна, Інна Петрівна. Так. На це треба Пузрач. Рибак. Санду є. Сіваш Андрій є. Сушков бачу. Тетюхін бачу. Чернова. Добрий ранок. Якименко Олена бачу. Ярмоленко Сергій Миколаївич. Шановні друзі, дуже вдячні, що всі сьогодні присутні. Павло Дмитрович, чого це, щоб ми всього починали? Я кажу, я вже говорю третій раз або четвертий раз. Об'ясніть, Олексій Юрійович, пожалуйста, депутатам. Дуже вас прошу, убедительно. Об'ясніть, роз'ясніть. Якщо вони на якомусь іншому мові, ну знайдіть якийсь словарь, переводчик. Ну знайдіть можливість їм об'яснити. З картинками якоїсь зробіть. Для того, чтобы у нас проводятся наши совещания. Поэтому, когда их приглашают на эти совещания, в этот им период, потому что у нас демократия достигла уже того, что они ходят куда хотят и когда хотят, не понимая, что в стране ситуация чрезвычайная. Им просто хочется. Они занимаются своим пиаром. И больше ничем. Это мое убеждение. Больше ничем. Отдельные депутаты. Отдельные депутаты. Не будем сегодня их называть поименно. Захотят, назовем. И партии, и депутатов. Чем они занимаются? Это первое. Вас прошу. Павел Владимирович, вас прошу. Просмотрите, пожалуйста, прямо сегодня, после совещания, комиссию, которую мы создали по противодействию, распространению неткой МЧС, которая, я сказал, что у нас аппаратные совещания теперь не будут проводиться, а будут проводиться заседания штаба. Для того, чтобы не собирать лишний раз людей. Чтобы в зале было меньше людей. Еще раз обратиться надо, Наталья Эдуардовна, к прессе. Мы ведем свои заседания в онлайн-режиме. Можно снимать эту информацию с носителей, не знаю, с этого канала, для того, чтобы не было людей много. Это безопасность тех людей, которые стоят сегодня за и операторы, и журналисты. Что касается самой комиссии. Я вас прошу ограничить
То есть, если мы собираемся здесь, то есть заместители, руководители департаментов, все службы в плане подчиненности, давайте, уважаемые друзья, не прошу вас не обижаться. Это, вы понимаете, что это меры, которые необходимо делать. Значит, чтобы не было в зале здесь, кто-то будет в холле ждать, кто необходимо. Но это не, нам нужно будет проводить работу перед каждым совещанием, смотреть повестку дня, примерно кто нам понадобится. Хорошо? Только те, кто нужен на данном совещании. Чтобы не было перемещений по городу и лишних сборов. Давайте вот мы начали сегодня с организационных вопросов, чтобы мы на них обратили внимание. Шановные коллеги, шановные друзья, я хочу, чтобы мы отпустили Александра. Нас сегодня пришел наш добрый друг, бизнесмен. Мы вчера говорили в телефонном режиме. Я пригласил его, чтобы он посмотрел на эту атмосферу. И очень благодарен, что нашел время и пришел. Спасибо, Саша, тебе за то, что здесь с нами. Это касается того, что было предложение о том, что Елена Александровна. У Александра, помимо, я не буду перечислять всех его бизнес-направлений, если он захочет, то сам скажет. Но у него есть возможность оказать нам помощь в организации питания, в том числе в нашей опорной больнице, в инфекционной больнице. Скажите, как там обстоят дела у нас и что мы можем сделать для того, чтобы еще раз оказать заботу и помощь врачам? И не только инфекционные больницы. Может быть, наши 4 больницы, где вот есть врачи, медицинский персонал, имеется в виду. Уважаемый Геннадий Леонидович, уважаемые присутствующие, конечно, будет остро стоять в ближайшее время организация питания в наших лечебных учреждениях. В настоящий момент по инфекционной больнице имеется договоренность с предприятием частным Smart Food, что они будут 80 наших медработников кормить. Значит, это в настоящий момент мы так в авральном порядке решали эти вопросы. Мы дали как бы согласие на это. Но понятно, что завтра можно, может быть, будет необходимость кормить больше больных. И больше... Нет, мы сейчас речь идет о медицинском персонале. Нет, и больше медицинских работников, да. Yeah. Поэтому в настоящий момент решен вопрос по питанию 80 наших сотрудников. Также у нас следующее, во вторую волну, если она будет, будет развертывание во втором роддоме, в первой городской больнице, там тоже нужна будет организация питания. Поэтому мы эти вопросы будем уже оговаривать в рабочем порядке с вашего разрешения. Спасибо. 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 Я вас прошу, Елена Александровна. Александр, если возможность такая у вас будет, мы сейчас закончим совещание, либо, если у вас есть время, вы подождете, либо вы можете обменяться телефонами, чтобы мы с вами... сконтактировались, если понадобится, ну, организовали все эти процессы. Спасибо огромное еще раз за то, что сегодня с нами и оказывается и помощь городу. Сегодня медицинские работники, врачи, медсестры, старший, младший медицинский персонал находится на передовой. И, конечно, любая забота о них, они это чувствуют, и они должны чувствовать поддержку. Мы рассматриваем вопросы финансирования, премирования дополнительного. И, конечно, когда весь город объединится и они будут знать, что они не одни на этой передовой, а с ними весь город, с ними все, я думаю, что это будет вселять оптимизм и прибавлять им сил в работе. Потому что на самом деле люди падают с ног в приемное отделение, инфекционной больницы, да и другие. Но будем работать. Елена Александровна, давайте начнем наше заседание с доклада по прошедшим суткам. У вас есть примерный перечень того, чего надо нам. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас находится в наших клиниках. Шановные присутствующие, по состоянию на 30 марта 2020 года в городской инфекционной больнице находится 167 пациентов, из которых ОРВИ 73 пациента, пневмонии 8, с подозрением на COVID-19 38 пациентов. Больных с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция 4 пациента, остальные с другими инфекционными заболеваниями. Состояние больных средней тяжести. Только одна больная находится в состоянии... Одну секунду, Елена Александровна, что мы сразу, у нас рабочее совещание, и ничего страшного, если люди будут видеть, как что у нас, потому что цифры эти постоянно уточняются. Что? Мне Игорь Николаевич дал сводку. Только что, когда я шел сюда, кількість пациентов с подверженным инфекуванием 12.
12 членов с подтвержденными. Значит, кто это? Геннадий, это откуда данные? Я говорю про тех, кто находится в инфекционной сейчас, больнице. Сейчас, одну секунду, кто это? Ну, вот информацию, которую давал Здрав. Все, одну секундочку. Давайте, Алина Александровна, я говорю о тех, кто находится в инфекционной больнице на стационарном лечении. Давайте мы сейчас, ну тогда смотрите, чтобы мы не проверим цифры, те, которые поступили. Кількість пацієнтів, що мають підозру, 27, так? 38. Уже 38. Это на сегодня на утро информация. Да, это, наверное, понял. У вас вчерашний день. У меня на 16 часов. Сегодня на утро, 38. 38 дальше пойдем по вот этой, по перечню. Кількість пацієнтів з підтвердженим інфікуванням. Значит, которые находятся в инфекционной лікарні, четверо. 4 пациента. Всего сколько? Всего 8, но это те, что подтверждены с лабораторного центра. А так 12, которым сделали быстрые тесты. 8 и 4 подтвержденные. Но быстрые тесты не считаются окончательным диагнозом. То есть сегодня предположительно 12 человек? Да, предположительно. Из них да. Четверо не подтвержденные лаборатории? Не подтвержденных лабораторий, да. То есть мы говорим о 8 сегодня подтвержденных? Да, о 8 подтвержденных. Давайте мы по 8 подтвержденным. Теперь меня интересует, что вы себе помечаете, как мы будем принимать доклады. По какой схеме? 8 подтвержденных. Теперь из 8 подтвержденных я прошу определить их степень тяжести и где они находятся. Значит, 4 находятся в инфекционной больнице, 4 находятся на самоизоляции. Из 4 находящихся в инфекционной больнице состояние средней тяжести, у троих одна между средним и тяжелым состоянием. Она находится на кислородной поддержке кислородным концентратором. Не ИВЛ? Не ИВЛ, кислородный концентратор. Остальные четверо, кто находится на домашнем изоляции? Состояние удовлетворительное. Скажите, чтобы мы понимали и чтобы понимали люди, как происходит лечение этих людей, которые самоизолировались, но подтвержденный диагноз у них? Значит, кто им обеспечивает медикаментозное лечение? Они находятся... Какими медикаментами? Кто это делает? Значит, они находятся на учете в первичных центрах, у первичных врачей, с которыми они заключили декларацию. И в телефонном режиме, согласно приказу Минздрава, они корректируют им терапию. Назначают лечение, потом они корректируют его в динамике. Есть приказ Минздрава, который строго регламентирует оказание медицинской помощи людям на самоизоляции. По четырем, где быстрые тесты были сделаны, что сейчас? Вы сделали быстрые тесты, дальше как процедура будет? Вот подтвердили, они находятся на самоизоляции? Значит, у кого быстрые тесты подтверждены, им всем делают смывы и отправляют всем делают смывы и отправляют их в лабораторию нашу. Значит, с 26 числа ПЦР-лаборатория начала делать тесты у нас в Одессе. Потому что до этого отправляли в Киев. Но они не делали, потому что не было у них реактивов. Теперь они появились, и это будет легче, потому что это будет делать Одесская лаборатория. Хорошо, дальше идем. Кількість пацієнтів з діагнозом ОРВІ 21 на 16 годину, на 9 годин сьогодні. Що збільшилось? Да. Значит, с диагнозом ОРВИ 73 пациента в инфекционной больнице. 73 пациента. Так. Такая вот уже печальная графа. Кількість померлих від пневмонії на 9 утра. Значит, за предыдущую неделю помер один человек от пневмонии. За прошлую неделю? Да. Где? Где он? В Одессе где? В Одессе. Лечебном учреждении? В лечебном учреждении, да. В каком? В первой больнице. Значит, Геннадий Ильич, тут получается вот некоторая такая... Его проверяли после смерти на... Нет, его только... Но он умер, еще не успели... Еще нет результата вскрытия. Поэтому я бы не хотела говорить, пока нет результата вскрытия. Хорошо. Не, но мы ставим вопрос. Это предварительный диагноз. Вот пневмонии. Мы не говорим сейчас о коронавирусе. Мы говорим пока о пневмонии. Да. Значит, Елена Александровна, уважаемые коллеги, почему я говорю о таких вот цифрах? Мы должны это говорить, даже кричать должны об этом. Потому что то, что происходило на субботу-воскресенье на пляжах, в парках у нас, дай бог, чтобы нас эта беда миновала. Но люди либо не понимают, либо телевизор не смотрят, либо не знают, что происходит. Поэтому нам необходимо будет, это отдельный вопрос, следующий вопрос повестки дня. Давайте дальше. Кількість занятих койко-місць. Давайте так.
Занятых, давайте, и потом разобьем. Сколько значит, занятых в инфекционной больнице 167. Значит, полностью уже 10-е отделение занято, и сейчас началось разворачивание 19-го отделения со вчерашнего дня, потому что уже находится 38 пациентов, именно с подозрением на COVID. 38? Да. И 4 подтвержденных, именно которые находятся на лечении в инфекционной больнице. Значит, в других лечебных учреждениях города на сегодняшний день состоит 136 больных с пневмонией. Это 167 плюс 136? Нет. Всего в инфекционной больнице находится 167 пациентов. 167. Там есть больницы. Сейчас вы сказали, а 136. Послушайте, где? Можно я скажу, да? Да-да. Значит, там находится с кишечной инфекцией в настоящий момент, с менингитами. Мы сегодня начинаем их переселение. Я хочу это дальше как бы доложить. Это всего находится пациентов. Там же много отделений и разная инфекционная патология до сегодняшнего дня там находилась. Я понял. Значит, по состоянию на 30 число из областного центра поступила письменная информация по 156 контактным лицам. В настоящее время у 12 пациентов, которым была проведена ПЦР-диагностика, получен отрицательный ответ, и они переведены... Подождите, что значит областного центра? Что это такое? А, из областного лабораторного центра, я понял вас. Угу. И они переведены, значит, на наблюдение семейных врачей. Значит, я вот такая дополнительная информация. За 3 дня было проведено 67 быстрых тестов в инфекционной больнице. Совместным приказом Департамента здравоохранения области и города... Здесь надо уточнить. Давайте, извините, что буду перебивать вас, но надо уточнение. 67 быстрых тестов, да? Да. Каких тестов? Китайских или те, нет, что мы взяли? Нет, китайские тесты не используются, потому что до настоящего времени нет инструкций и сертификата на их применение. Они лежат. То есть, я хочу, чтобы вот мы к вами еще коснемся этого, чтобы мы давали в эфир и те, кто нас смотрит, ту информацию, которой мы обладаем, и которая подтверждена, не фейки. У нас поступили 10 тысяч английских тестов. До этого поступили 2 тысячи тестов за неделю. До этого, по-моему, поступили 2 тысячи тестов китайских, да, которые до сегодняшнего дня не используются, потому что не имеют сертификатов, и мы ими пользоваться не можем. Не имеем права. Правильно? Да. То есть сейчас мы пользуемся только нашими тестами английскими, которые мы закупили недавно. Давайте дальше. Я уточняю для того, чтобы... люди понимали, что происходит. Совместным приказом Департамента здравоохранения области и города утвержден план перепрофилирования лечебно-профилактических учреждений города и области на период массовых заболеваний COVID. Согласно данному приказу, госпитальной базой для пациентов с подозрением на COVID на первом этапе определяется городская инфекционная больница, где будет развернуто 360 коек и 45 коек общежития. На первом этапе в Одессе будет развернута госпитальная база в областном медицинском клиническом центре, это бывшая больница Водников. На втором этапе будет развернуто 1 ГКБ 30 коек плюс 10 реанимационных, 5 ГКБ 180 плюс 24 реанимационных, это Лидерцовский бульвар 11, родильный дом 2, 50 коек для беременных и родильниц, и детская больница номер 3, 75 коек для детей. Всего по городу будет перепрофилировано 695 коек, реанимационных 90, из них в инфекционной больнице 50, в первой 10, в пятой 24, в третьей детской 6. На первом этапе будут развернуты койки областной детской клинической больницы в Одесском и в областном онкологическом диспансере. Пока у нас нет дополнения к приказу, поскольку коек они там будут разворачивать. Я надеюсь, что мы сегодня это получим. Скажите, а что у нас в... больница Водников и рассматривали, что область рассматривала? Какие больницы? Значит, область рассматривает на втором этапе. Это больница Водников, это диагностический центр, они там развернут базу для приема COVID. И детская областная клиническая больница. Там, по предварительным данным, они планировали в детской областной больнице развернуть 180 коек для детей до 18 лет. А, и все? Это на первом этапе. На второй, и онкодиспансер, областной онкодиспансер. Сколько коек, они тоже предварительно хотели разворачивать 180. Но я надеюсь, мы сегодня что получим будет? У меня приказ. Вопрос, что будет с онкобольными, кому оказывается там помощь, которые приходят, проводят химиотерапию, значит, которые лежат там? Химиотерапия, они там и останутся? Вот у меня вопрос. Химиотерапия находится в отдельном корпусе.
и они будут там получать химиотерапию. Остальные больные будут переведены в областную клиническую больницу на этом этапе. Вы понимаете, это же люди, у которых ослаблен иммунитет. Ну, насколько я понимаю, после всех процедур. Вы ну, как можно туда переводить людей? Я, конечно, не медицинский работник, у меня нет медицинского образования, но я сам себе просто думаю, как можно туда переводить людей с подозрением даже на коронавирус в лечебное учреждение, в котором люди с ослабленным иммунитетом? Там как-то подскажите им туда, наверх. Ну, мы дискутировали по этому вопросу неоднократно. Значит, было сначала предложение развернуть койки в областной клинической больнице. И все склонялись к этому. Потом вышел некий циркуляр Минздрава, что они не рекомендуют разворачивать в областной больнице. Чего? Ну, считается, что это многопрофильное учреждение, третий уровень оказания медицинской помощи. Ну, я не хочу, как бы, у них, наверное, свои какие-то есть мнения Минздрава. Я не могу судить о том, что они предполагают. Вот. Но, тем не менее, на третьем этапе планируется развернуть койки в инфекционной больнице клинической. Хорошо, будем говорить. Также планируется областной хорошего центр... Хорошего мало, будем говорить. Что? Я говорю, хорошего мало, будем говорить. Да. Потом областной центр психического здоровья, Одесский областной госпиталь ветеранов и инвалидов войны, Одесский областной центр социально значимых болезней, клинический медицинский центр Южного региона с предварительным предупреждением, но с ними нужно как бы согласовать, военно-медицинский клинический центр, 4-й государственной пограничной службы с предварительным предупреждением, клиники Одесского медуниверситета и клиники других форм собственности. Резервными медицинскими учреждениями определены городская клиническая больница 11, 40 терапевтических коек и 5 реанимационных, городская больница 8, Институт глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова, Одесский областной глазной госпиталь, Институт стоматологии, АМН Украины и лечебно-профилактические учреждения санаторного типа расположены на территории Одесской области. При преферировании городской клинической инфекционной больницы пациенты с вирусными гепатитами будут переведены в 10-ю ГКБ, в отделение гастроэнтерологии, с острыми кишечными заболеваниями и менингитами в 5-ю ГКБ. Со вчерашнего дня готовятся вопросы по переводу больных, согласуются между администрацией одного и другого учреждения. Все взрослые больные с лор-патологией из 1-й ГКБ будут переведены в 11-ю. Лена Александровна, перевод пациентов наших, больных людей, которые лежат у нас на стационаре, каким образом будет осуществляться? Надо выделить технику, надо выделить машины или автобусы для того, чтобы их перевезти. Я уверен, они что будут скорой перевозиться. На скорой будет перевозиться? Да. Потому что скорая выделит нам машину? Я думаю, что, конечно, выделит. Мы же разворачиваем базу для всех. Ну, вы информируете, потому что пока мы думаем, как оно будет в действии. Если нет, будем определяться и искать резервы, чтобы самим это делать. Нет, я думаю, что это государственные вопросы, они не будут безобразничать. Ну, значит, на всякий случай надо иметь резервы. Хорошо, спасибо большое, Геннадьевич. Кроме того, дети... Я имею в виду, если там есть возможности перевозить их нашими машинами неотложной помощи, тоже планируйте их перевозить? У них нет разрешения на перевозку больных, ну, нервного состояния. Не лежачих таких больных. Там же можно, кто может там, перемещаться. Да, хорошо, Геннадьевич, мы разберемся. Спасибо. Разберитесь, да. Пожалуйста. Я буду вас информировать. Значит, дети из третьей больницы переводятся во вторую, а дети с острыми кишечными заболеваниями, менингитами из третьей ГКБ переводятся в клинику медицинского университета. Значит, у меня был разговор с администрацией медицинского университета. Они согласны взять патологию кишечную и менингиты. И они обещают, что при необходимости они развернут реанимацию в Валиховском переулке, ну, если это будет остро нужно, под нужды жителей города. Елена Александровна, очень важный вопрос, который хотел бы задать. Смотрите, по моей информации, не знаю, может что-то поменялось, но еще месяц назад медицинские работники университетских клиник, тех, которых мы передали, в том числе на Пастера, не получали заработную плату в течение там, 6-8 месяцев, а может больше. Сейчас как обстоят там дела? Сейчас кошторис утвержден, они получают зарплату в плановом порядке. Нет проблем с задержкой заработной платы. Им выплатили задолженность? Выплатили задолженность, и сейчас выплачивается в плановом порядке заработная плата. Так что спасибо. Еще раз пускай нас проинформируют, если надо, чтобы ответили, официально нам ответили, что люди не и главврачи скажут нам, что у них нет задолженности по заработной плате. В нынешнее время мы должны полностью
обеспечить их заработной платой и всем необходимым. Хорошо. Чтобы потом не получилось так, что люди будут идти опять на передовую под честное слово какое-то. Хорошо. Получим информацию, да, сразу вам ее передадим. В настоящее время инфекционная больница обеспечена лекарственными средствами и дезсредствами согласно потребности. Антисептики 1000 литров, дезсредства 500 литров. Проводится дополнительная закупка дезсредств, вернее, уже проведена, на 4 миллиона гривен. На лекарственные средства выделено 6 миллионов. Перечень медикаментов для лечения COVID утвержден постановлением Кабинета министров только 20 числа. Их закупка уже начала производиться. Значит, все, что в наличии есть, представлено на слайде, чтобы я просто это не перечисляла. И хочу остановиться, вот то, что вы говорили, Геннадий Леонидович, что вот эта поставка тестов из МОЗ, мы в настоящий момент не можем ей пользоваться, а 10 тысяч тестов мы получили, сертифицированных, которыми уже пользуются наши врачи. И причем, чем эти тесты хороши, что можно пробу ставить из капиллярной крови пальца, из пальца. А вот эти, которые поставили, там есть предположение, что только из венозной крови, что может способствовать разносу заболевания. Если мы говорили еще раз о тестах, скажите, пожалуйста, у меня информация, которую я увидел в средствах массовой информации, о том, что, извините за тавтологию, о том, что в первую больницу передали 15 тестов. Что это за тесты? Ну, депутат... Нет, да мы сейчас не будем фамилии называть. Вы скажите, меня интересуют тесты. Но они передали... Меня интересуют 15 тестов. С сертификатами? Это сертифицированные тесты? Ну, по словам главного врача, да. Ну, слава богу, спасибо тем, кто это передал. Да, значит... Если они с сертификатами. Да, но это мы все проверим. Просто вы проверьте, это выходные были. Потому что если это, как нам передали 2000 тестов, без сертификатов, которые лежат сегодня на складе, нужно просто понимать. Мало того, ряд стран уже отказываются от тестов, которые там передавали из Китая. Неизвестно, каким путем завезены. Но есть уже такая информация. Какие страны просто возвращают назад, потому что они не работают. Совершенно правильно. Значит, за выходные дни по 8 лечебным учреждениям были развезены тесты в количестве 50 тестов каждому учреждению для того, чтобы можно было... Давайте, Елена Александровна, смотрите. Да. Чтобы люди знали, что происходит с тестами. Вот еще раз на этом акцентируйте внимание, пожалуйста. 10 тысяч тестов. Было принято решение Департаментом здравоохранения развести тесты. По каким больницам? Проинформируйте, пожалуйста, сейчас, куда это все передается. Значит, первая больница... И как будет использовано, чтобы люди не думали, что нужно просто бежать сейчас проверяться. Хорошо. Без симптомов. Значит, первая больница, пятая больница, восьмая больница, десятая, одиннадцатая, третья детская и третья вторая. Обеспечены тестами. Обеспечены тестами. Значит, экспресс-тестами. Экспресс-тестами. Значит, тесты будут ставиться лицам, которые находятся на стационарном лечении. При подозрении, первое, это значит, клиника, клиническая картина и анамнез, что больные контактировали или в неблагополучными странами, или с теми людьми, которые там были. Значит, сейчас, например, в 8-й больнице за вчерашний день поставили 38 тестов больным с пневмониями. За вчерашний день только, за выходной. Вот. Сейчас по мере необходимости врачи будут определяться. Значит, я дала такое указание, чтобы завели отдельный журнал, в котором будут регистрироваться тесты и кому и при каких обстоятельствах они были проведены. Хорошо, одну секундочку, мы прервемся. Я попрошу Виталия Александровича. Виталий Александрович, спасибо огромное за то, что нашли время. Передайте, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Так, еще раз хочу сказать вам спасибо за то, что принимаете участие. Если можно, информацию по поводу лабораторного центра, по поводу наличия тестов, я имею в виду ПЦР-тестов. Если... Как это было сказано, уже до этого, с 26 числа действительно централизованная иммунологическая лаборатория с диагностикой и других особо опасных инфекций лабораторного центра Одесского начала проводить ПЦР-диагностику больных подозрительных на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний момент 26 числа было передано 21 набор, плюс еще один набор нам реализовали бизнес-плены. Всего у нас на сегодняшний день есть тесты на приблизительно 2000 людей, которые можем исследовать. Лаборатория... Это ПЦР-тесты, лабораторные... Это ПЦР-тесты, да, которые любого результата тестирования, не знаете, как чаще диагноз, как это работает. Работа организована посуточно. Уже нет, я не поздравляю.
для исследования материала в Киев, в полном объеме, полноценно готовы. Сколько мы времени экономим? На вот, сколько мы времени экономим на то, что они тратим дорожное там взяли? Учитывая на дорогу, учитывая, как мы получали, это бывает 5-6 сутки, то на сегодняшний момент максимум сутки мы получаем результат. Да? Отлично. Отлично. Как вы считаете, насколько нам при той динамике, которая сейчас у нас, реальной динамики, нам хватит этих тестов? Вам хватит, нам всем хватит. Сейчас динамика не взята. Да, я понимаю, что... Это единичный случай, но учитывая информацию, которую мы получаем с Министерства здравоохранения, в постоянном режиме сейчас будут передаваться, есть уже новая партия, которая будет передана Одессу для диагностики. Я думаю, дай бог, мы будем полноценно, в полном объеме обеспечены тест-системами. Плюс мы работаем в этом направлении и с областной администрацией, и с лицами, которыми думают об Одессе и нам помогают. Что, какие вы видите взаимоотношения или вопросы, допустим, к нам, городу, к нашим структурам? Есть какая-то, в чем-то мы можем помогать, помочь? Или... В чем-то нужно нам более сосредоточить внимание или обратить внимание на что-либо в наших взаимоотношениях? С вами, с лабораторным центром? Посмотрели лабораторию, ознакомились с ее работой, увидели специалистов, которые там находятся. Когда это можно сделать? Можете после сразу совещания, я вас приглашаю. И у нас в 11 часов встреча с предпринимателем, мы будем обсуждать вопросы обеспечения городом продуктов питания. Если мы это сделаем ориентировочно на 14 часов. 14 часов. Можно будет, да? Будем планировать, если ничего там у нас не поменяется, то 14 часов я буду у вас. Спасибо. Продолжайте. Значит, я не буду останавливаться, значит, что запланировано закупать. Я об этом неоднократно докладывала и на штабе, и на аппаратном совещании с вашего разрешения. По состоянию на 27 марта 46 депутатов Одесского городского совета направили свой депутатский фонд на здравоохранение. Это, значит, 49 миллионов 850 тысяч. Значит, и всеми предполагаемыми поставщиками открыты счета в органах государственного казначейства, что позволит осуществлять предоплату, ну, согласно постановлению Кабинета министров. Значит, ведутся подготовительные работы к открытию ПЦР-лаборатории в инфекционной больнице. Значит, определено место для этой, значит, для этой лаборатории. УКСом ведутся подготовительные работы для проведения ремонта помещения лабораторного корпуса. Также необходима проектная документация, потому что потом эта лаборатория должна быть сертифицирована. За средства депутатского фонда по упрощенной процедуре будут закуплены ПЦР-анализы и лабораторные реактивы. За средства медицината... А эти лабораторные все вот тесты мы передадим в лабораторный центр? Значит, если мы, ну пока, да, мы будем помогать лабораторному центру, так как вы сказали, при закупке ПЦР-тестов, но мы хотим сделать, эта лаборатория не будет справляться, если будут массовые поступления, так как, ну, по расчетам международных экспертов. А специалисты у нас есть? Да. Значит, специалисты есть, но я нашла специалиста, который сможет обучить нашу лабораторию работать. Они, значит, мы будем работать в контакте, если я понял. Конечно, безусловно, даже под их руководством. Значит, Виталий, сейчас, одну секунду. Да. Виталий Александрович, скажите, пожалуйста, насколько это сегодня у нас потребность в такой еще одной лаборатории, может быть, которая сможет диагностировать по ПЦР-тестам? Возьмите микрофон, пожалуйста. На сегодняшний момент... При единичных случаях смысл разворачивать еще одну лабораторию, тем более там действительно очень жесткие условия. По ее работе, я думаю, нет. Плюс еще, со специалистами из Министерства здравоохранения мы работали в выходные, приезжали вирусологи, оперативная группа, и мы разрабатывали план на массовые случаи исследования. Было определено при необходимости действительно большого количества исследований тестов, мы задействуем противочумный институт. И получили предварительное согласие от замминистра.
То есть там тоже есть мощности? Там тоже есть ПЦР-лаборатория, есть специалисты. Мы будем делиться тестами, и я думаю, мы эту работу организуем в нормальном режиме. Хорошо. Александр, мы обсудим с вами. Я хочу сказать, что даже если мы организуем эту лабораторию, она работает в открытом режиме. Мы сможем там диагностировать и другие заболевания. Так что я не думаю, что это не нужно. Потому что на тот момент, когда решался этот вопрос, анализы делались по 5-6 дней. Мы не имели информации. Нет, я понимаю, чем оно было вызвано. Что да. было вызвано, что у нас просто не было налажено ни контактов, ни... И мощности не позволяли. Я помню, еще это начиналось. И почему мы принимали такое решение. Да, я помню, мощности не позволяли. И поэтому на самом деле такая лаборатория не будет, так сказать, лишняя, потому что она может обследовать все. То есть, если будут только реактивы. Нет, я с вами согласен. Мы с вами обсудительно обсудим. Я согласен с вами, что... Так же, как и мы делали, это мы дальше пойдем сейчас. Так же, хорошо. Как мы с вами сделали один банк крови у себя, и я думаю, что это правильно. Да, спасибо. Давайте продолжайте. За средства меценатов приобретен клеоцилиндр на 2000 литров. И УКСом горосполкома ведутся работы по подготовке площадки под его установку и кислородной разводке в боксированном отделении номер 10 на 40 мест. То есть мы сможем дополнительно организовать палаты интенсивной терапии еще на 40 человек, если так можно это сказать. Это где будем, мы делаем инфекционные? В инфекционной больнице, согласно нашего плана. Борис Николаевич, вы занимаетесь вопросом организации площадки под цилиндр? Как он правильно называется? Цилиндр чего? Криоцилиндр. Криоцилиндр, да. Что там сделано? Включите микрофон, присаживайтесь. Угу. Уважаемый Геннадий Леонидович, уже проведены работы по заливке... Ближе к микрофону говорите. По заливке фундамента под криоцилиндр, и параллельно ведутся работы в боксированном отделении по монтажу резеток и разводке кислородопроводов. Сколько времени понадобится на это? Планируем до конца недели закончить работы. Полностью установку цилиндра, криоцилиндра и разводку шланга, все подведение его к ИВЛ-аппаратам. Да. Есть какие-то необходимости помогать вам? Средства есть? Есть, Геннадий Ильич, проблем нет. Все у вас есть, планово выполняете работы? Да. Если что, информируйте, пожалуйста, Елену Александровну. Елена Александровна будет мне говорить. Будем на это реагировать. Либо напрямую Сергея Григорьевича, Сергей Григорьевич будет контактировать. Эти работы нужно сделать максимально быстро и качественно. Работали даже выходные, Геннадий Ильич. Необходимо, Борис Николаевич. Скажите сотрудникам, нам крайне необходимо это сделать. В кратчайшие сроки. Да, спасибо. Для проведения закупки дополнительных объемов кислорода ведутся переговоры с компаниями-поставщиками. Рассчитана необходимость на каждое лечебное учреждение при загрузке, при максимальной загрузке. Проведены работы по подготовке места дислокации электромобиля, места парковки для подключения к электросетям для зарядки автомобиля, переданного больнице во временное пользование на период карантина. Значит, это предусматривается, когда больница будет полностью закрыта. Значит, все организации, которые будут поставлять продукты питания и так далее и тому подобное, не смогут заезжать на территорию инфекционной больницы. Значит, и там большая территория для того, чтобы облегчить работу наших сотрудников и оптимизировать ее, значит, решен вопрос по электромобилю. Подготовлены договора с лицензированными компаниями по вывозу и утилизации опасных отходов, а также установки дополнительных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Значит, этот вопрос решается, он уже практически решен. Подготовлены обращения в отделение дополнительных бригад для проведения дезинфекции транспортных средств, выезжающих с территории больницы. В настоящий момент больница своими силами, значит, проводит дезинфекцию выезжающих транспортных средств. У них есть свой, в общем-то, свое приспособление. Но если будут массово приезжать скорые помощи, то, естественно, больница не сможет сама этот вопрос организовывать. Поэтому мы заключаем договор. Вот. Поступило предложение от Smart Food на предоставление ежедневного одноразового питания для 80 сотрудников инфекционной больницы. Значит, также в настоящий момент, значит, УКС организовал работы по модернизации системы кислородоснабжения лор-отделения в еврейской больнице. Там идет ремонт, мы тоже будем там разворачивать дополнительные койки, УКС этим занимается. Также... Одну секундочку. Борис Николаевич, что там происходит в первой больнице?
по поводу обеспечения кислородом? На первой больнице мы подвели дополнительное электропитание на первую больницу и помогаем с монтажом рампы для увеличения количества кислородных баллонов. То есть идем модернизацию. В каком отделении? Лор-отделение. Вот смотрите, это отдельно настоящий корпус. Я понял, потому что мы же заводили в реанимационное отделение. Нет, не заводили, это... там есть разводка. Там все хорошо, там, слава богу, спасибо, успели. 15 реанимационных мест есть, которые функционируют. А это дополнительно вторая очередь разворачивания лечебных учреждений. У нас стоит еврейская больница. И поэтому ведутся работы по проведению новой электролинии для подключения кислородных концентраторов. И ведутся ремонтные работы в помещении лор-отделения для того, чтобы организовать отдельный выход для медицинских работников. Это УКС все делает. То есть мы готовимся... Всем обеспечены, Борис Николаевич. Да, Геннадий Леонидович. Спасибо. Значит, для 11-й... Единственное, я хочу, Елена Александровна, сейчас сразу Александр Анатольевич. Александр Анатольевич, мы вчера разворачивали, я знаю, совместно с вами палатки. Палатки, которые будут работать как... Я не знаю, накопитель назовите их там, или приемное отделение там. Первичное было. Первичное, да. Мы проводили разворачивание палаток в инфекционной больнице и второй роддом. И, Геннадий Леонидович, еще развернули больницу Водников. Больница Водников. Да, но она как бы областная потом. То есть три пункта. Елена Александровна, вы как, что говорит главврач и какие у нас взаимодействия? По поводу, значит, да. Отработана логистика, как будут поставлять, как, чтобы там не только палатку развернули, кто будет встречать, как это будет происходить? Да, значит, вчера в момент постановки палаток присутствовала администрация, значит, лечебных учреждений и представители Горздрава. Значит, люди, которые за этот вопрос отвечают. Очень коммуникации у нас налажены хорошо. Значит, в настоящий момент там нет никакой мебели, только там тумбочка и так далее, но мы это все обеспечим согласно предписанию, табелю, оснащению. Когда мы планируем закончить оборудование и чтобы были готовы к, не дай бог, массовым таким? Ну, еще. Я думаю, что это 1-2 дня, пока нет такой необходимости. Мы в плановом порядке это все организуем, Геннадий Ильич. Лена Александровна, кто этим занимается? Назначены, кто... будет старшим именно вот на этом объекте? У нас есть специалист, который отвечает за эти вопросы. В департаменте полковник целый, так что с большим опытом. Он будет этим заниматься и начальник отдела. Давайте информируйте меня по поводу того, как будет происходить оснащение, оборудование. И представьте себе реальные сроки, когда мы должны это закончить. В какие Хорошо. Сроки? И следите за то, чтобы оно выполнялось все по графику. Хорошо. Нас, Александр Анатольевич, от нас нужны какие-то помощь? В этом все, мы нормально работаем в плановом режиме. Все нормально. А где вы располагаете? Я не ездил, я сегодня планирую объехать эти объекты. Во втором роддоме, где там, во дворе? Во дворе, только во дворе они могут стоять, да. Они одинаковые, типовые палатки? Да. Они там 70 с чем-то метров получается, да? Как осуществляется вентиляция, там, не знаю, отопление или что-то, или там нет ничего? Нет, сейчас то, что мы перед совещанием серьезно говорили, там сейчас заведут электричество, то есть обогреватели поставят. Ну, планово. Посмотрите, подключайтесь, если необходимо будут какие-то мощности дополнительные, электрические мощности, мы обеспечим. Мы обеспечим вам, дадим наших людей, специалистов. Я понял, Геннадий. Понял, есть. Спасибо вас. Продолжайте. Да. Значит, для 11-й больницы. Значит, за средства меценатов тоже приобретен клиоцилиндр на 2000 литров. Значит, УКСом ведутся работы по подготовке площадки под установку клиоцилиндра и кислородной разводки в терапевтическом отделении на 40 мест, а также модернизация системы кислородообеспечения в отделении реанимации и гинекологии. Значит, мы планируем увеличение реанимационных мест на 40 при необходимости в 11-й больнице, которая является резервной. Значит, 40 реанимационных? Да, у нас там... Это дополнительно. Да. Значит, я, в общем-то, всем уже известно, сколько у нас есть оборудования в лечебных учреждениях. Позвольте, я не буду на этом останавливаться. Значит, у нас вот на слайде представлено, что за период с 27 по 30 получено и средства индивидуальной защиты в лечебных учреждениях. Даже вчера развозились 950 респираторов, 100 костюмов, и сегодня Левон Рубенович обещает, что у него будет поставка 500 комплектов индивидуальной защиты, и мы это очень ждем для инфекционной больницы. Левон Рубенович, по защитным костюмам в наших, ну сегодня инфекционная больница,
Уважаемый Геннадий Ильич, что у нас есть, что ожидаем и вообще какая перспектива у нас? Уважаемый Геннадий Ильич, сегодня мы получаем 500 костюмов. Сколько? 500, это уже ближе немножко к микрофону. 500 костюмов уже выставлены. Говорите в маске, только ближе. Сегодня мы их получаем, развезем, куда департамент укажет, медицинские учреждения. Должны еще завтра, сегодня нам тоже выслать еще 500 костюмов, завтра должны получить. И надеемся, что каждый день завод, если все будет нормально, каждый день будет высылать нам, и мы будем в те медицинские учреждения или на склад нашего предприятия будем оставлять защитные костюмы. Респираторы, маски, все уже доставлено, все на складе у нас, развезено, и вчера развозили, все полностью, куда департамент здравоохранения указывает, в какие медицинские учреждения, все развезено. Леон Борисович, задача наша, приоритетная задача номер один. Мы должны обеспечить безопасность работы медицинским работникам. Все, что есть сегодня, средства защиты, все, я не буду перечислять их, средства защиты, которые могут обезопасить работу медицинского персонала, ищите, не знаю, доставайте откуда они, можно и нельзя. Все делается, и очки, и щитки, сейчас тоже и уже получали, и отдавали и в инфекционную больницу, и сейчас еще на этой неделе дополнительно все получаем и будем передавать. Спасибо. Да, департамент скажет. Да, также вот наше лечебное учреждение, которое я перечисляла, 8, сегодня получит у Левона Рубеновича по 1000 масок одноразовых. У них есть, но тем не менее мы хотим, чтобы непрерывно пополнялся запас. Также для обеспечения работы понятно, что нам не хватит кадров, и у меня были переговоры с администрацией медицинского университета. Значит, Минздрав запрещает привлечение студентов к этой ситуации, к ковиду. Но учитывая такую ситуацию, мы можем студентов принять на работу медицинскими сестрами. Они могут с третьего курса по пятый могут работать медицинскими сестрами. И сейчас... Оплата какая у них будет? Зарплата медсестры. То есть мы берем штаты? Мы возьмем их штат, потому что иначе нельзя этот вопрос решить. И они сейчас... могут как-то совмещать это дело? Они что-то учебы нет, сейчас карантин. Нет, я понимаю, что учебы нет, но они же числятся как студенты. Значит, они на карантине, они могут идти работать, это их личное дело. Они могут оформляться на работу. Нет, я просто спросил, я не утверждаю, я спрашиваю, могут ли? Ну, Геннадьевич, я думаю, что могут, это ничем не регламентировано, что человек в карантине не может пойти работать. Я имею в виду, что мы учли все юридические нюансы какие-то, потому что у нас так все кричат вперед, пошли, давайте обращайтесь. Когда сталкиваешься на практике, то возникает масса нюансов, которые необходимо урегулировать, в том числе и на законодательном уровне. Совершенно правильно. Значит, это касается этого вопроса. Также было выявлено 7 анестезиологов-реаниматологов, которые готовы пойти при необходимости в инфекционную больницу. Это среди наших учреждений. Это хорошо, Лена Александровна. Согласно постанове, которую мы изучали с вами в субботу, нам рекомендовано создать консультативные советы из бывших или не из бывших, а из врачей, которые сегодня на пенсии находятся, или специалистов по разным причинам. Что мы делаем в этом направлении? В общем-то, у нас такой совет есть, но просто как бы он неофициально был. Мы, конечно же, советуемся и общаемся и с профессорами. В частности, у Лаврековой Светланы Яковлевны очень тесный контакт с кафедрой медицинского университета. На ее базе расположены две кафедры медицинского университета. Вы посмотрите, вы знаете хорошо медицинских работников. Да, я знаю хорошо, да. И давайте сформируем, чтобы мы до среды сформировали такой совет. Да, да. Мы сможем быстрее, там формальности какие-то нужны. Да, просто, мы работаем, чтобы, понятное чтобы дело. Чтобы это, Елена Семеновна, чтобы это было распоряжением, создан такой совет, предупредить людей, получить согласие. И давайте проведем с ними какую-то первую рабочую встречу. Кратчайший срок, если получится, до среды, чтобы мы это сделали. Хорошо, это будет сделано, Геннадьевич. Да. Значит, также решен вопрос, практически решен вопрос по доезду более 2000, ну, на более 2000 иногородних жителей. Сейчас организация доезда завершена для 854 сотрудников. Вот, значит, списки с названием населенных пунктов направлены, значит, областному департаменту транспорта. Значит, у нас есть в Одесской области одно такое селение, в котором живет много сотрудников инфекционной больницы и третьей детской больницы. Значит, мы обсудили этот вопрос со Светланой Николаевной, и сейчас рассматривается возможность найти поставщика, чтобы за бюджетные деньги их доставлять на работу. Потому что это 70 километров от Одессы, и там очень плохое транспортное сообщение, но дороги плохие.
Вот, поэтому трудно найти поставщика, но тем не менее сейчас эта работа ведется, предварительно один согласился, чтобы довозить наших сотрудников на работу в инфекционную больницу и 3-ю ГКБ. Значит, более 4 тысяч... Но вы мониторите ситуацию. Если мы говорим о развитии ее в худшем случае, то мы говорим о размещении все-таки их перевода в Одессу. Я знаю, поступили, Павел Владимирович мне говорил, сейчас подтвердит либо опровергнет информацию от Климова Леонида о том, что Черное море гостиница готова принять наших медицинских сотрудников в гостиницу, разместить их там в случае, если это понадобится. Ну, тут есть такие санэпид моменты, я потом на закрытом совещании их скажу, хорошо? Хорошо. Спасибо. Значит, более 4000 медицинских работников пользуются городским транспортом по справкам медучреждений. Значит, сегодня должны в 11 часов, как сказал департамент транспорта, получить эти пропуска. Одну секундочку, пожалуйста, Александр Васильевич. Что со спецпропусками отпечатаны и как мы сейчас происходит процедура выдачи спецпропусков? Ильич, мы с вами определялись о том, что это будет сделано. Мы будем давать с нашими печатью какой-то, давать им, они будут дублировать своей печатью, да, и выдавать своим сотрудникам. Расскажите, пожалуйста, что сейчас и сколько пропусков напечатано, и сколько мы выдали. Значит, получено 50 тысяч по состоянию на пятницу 17.00. Сегодня до 11 получаем оставшиеся 50 тысяч пропусков. Получено заявок на 51 657 пропусков. 51 тысячу? Получено от департаментов и управления заявок на 51 657 пропусков. В пятницу уже начали выдавать, уже выдали 2423 пропуска. Сегодня планируем прежде всего обеспечить спецпропусками управление торговли. Там самая большая заявка 17526 пропусков. Одну секундочку. Алис Борисович, это кто? Какие категории? Кто обратился за пропусками? Супермаркеты, поставщики, те, кто занимается бесперебойным питанием, поставкой питания. Продолжайте. Ну и в дальнейшем также уже продолжаем одновременно выдавать пропуска. И пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить коллегам, что вход в департамент только при наличии масок. Мы при входе меряем температурный режим у каждого входящего, встречая диспетчер, то есть... Такая логистика у нас уже настроена, продолжаем выдачу пропусков. Спасибо. Далее, Александр, продолжайте. Значит, кабинетом министров не решен вопрос о премировании сотрудников. Значит, было высказано, что 200% будет им выплачиваться должностного оклада. Значит, из какого бюджета? Из какого источника? Ну, я не знаю, предполагается, что из местного бюджета. Одну секундочку. Да, пожалуйста. Согласно проекту постанови Кабміна, кошти на преміювання будуть виплачуватися за рахунок коштів по договорам НСЗУ. У нас всі лікарні, в тому числі інфекційна лікарня, вже уклали договори з НСЗУ, і за рахунок коштів, дозволено за рахунок коштів місцевого бюджету. Місцевого? Да, місцевого бюджету, але чекаємо все-таки порядок наказом, відомчим наказом Міністерства охорони здоров'я, сам ще порядок. Ще раз, мені питання. Вони хочуть премірувати Кабінет Міністрів додаткові доплати в розмірі до 200% посадового окладу. Тобто, укладений договір з ЦЗУ, так? Да. В наших лікарів? Да, да. Так. Вони отримують відповідну зарплату. Так? 200%, откуда возьмутся эти? Плюс. Они будут... С державного бюджета за рахунок НСЗУ, тобто по договорам с державного бюджета. Да. Мы на цей час не знаем, який буде порядок. Я думаю, що це якісь цільові кошти будуть. Тому чекаємо. Крім того, з Олени Олександровни прийняли рішення з директором нашого КНП інфекційна лікарня. Зарплату працівники отримали за март місяць в тих розмірах, яких і раніше отримували. Сьогодні на цьому тижні нарахується аванс в підвищеному розмірі, щоб на цьому тижні, максимум понеділок-вівторок, всі працівники інфекційної лікарні отримали в підвищеному розмірі аванс. Дякую. Продовжуйте. Я хочу, конечно же, поблагодарить всех благотворителей, всех, кто помогает сегодня здравоохранению в этот очень сложный час. И также я хочу обратить внимание, в частности, средств массовой информации и
блогеров, людей, которые любят пиариться по любому поводу. Сейчас, в настоящий момент, в Одесской области одна только инфекционная больница принимает больных с подозрением на COVID и больных COVID-ом. Обстановка очень сложная. Если, так сказать, изучить и мониторить ситуацию по другим регионам, то 10-8 врачей и медицинских работников увольняются с учреждений. Но у нас таких случаев не зафиксировано. Все еще наши... раз скажите, кто увольняется? В Тернопольской области, в Ровенской области увольняются медицинские работники из ЛПУ, которые обеспечивают работу с COVID. У нас таких случаев нет. Наши сотрудники работают самоотверженно. И я считаю, что это практически каждый день они идут на подвиг, выходя на работу с таким контингентом. Мне поступали звонки, что вот врач не подходит, мой родственник уже лежит 20 минут, к нему не подходит. Я хочу объяснить следующую ситуацию. По нормативным документам, в обычном отделении один врач на 20 человек, по боксированным отделениям один врач на 15 больных. Значит, сейчас в этой ситуации, значит, врач должен надеть одноразовый костюм, зайти к больному, осмотреть его, потом он должен выйти, раздеться, одеть опять одноразовый костюм и идти в другой бокс. И так это повторяется 15-20 раз. То есть, значит, в этот период медицинская сестра заходит, измеряет температуру, разносит медикаменты, интересуется состоянием здоровья пациента. Если там какие-то нюансы, тогда сразу вызывается врач. То есть сейчас положили, через 5 минут пришли, это невозможно. Наша самая главная задача сейчас – защитить медицинских работников, чтобы средствами индивидуальной защиты, потому что мы знаем печальную статистику и в Китае, и в Италии, и в других странах, сколько пострадало медицинских работников. Поэтому если кто-то чего-то кому-то не нравится, я имею в виду блогеров, пусть пойдут и помогут волонтерами в инфекционную больницу. Это никому не запрещено. И посмотрят, как там организован лечебный процесс и как там люди в конце смены падают с ног. Сейчас уже, мы вчера говорили с директором предприятия, со Светланой Яковлевной, она говорит, что некоторые уже изъявляют желание оставаться в больнице, боятся заразить своих родных и близких. Поэтому, значит, мы сегодня решаем вопрос, значит, сколько человек изъявит, мы их будем оставлять, значит, на нахождение в постоянном режиме, круглосуточном, в инфекционной больнице. Я думаю, что наша задача сейчас не нервировать наших людей, которые стоят на передовой. И вот эти какие-то объявления, там, что кто-то заплатил 25 тысяч за лечение. Значит, эти препараты очень дорогостоящие, они не входят в протокол лечения. И все, что есть, сейчас больные получают, и антибиотики по несколько, так сказать, разных антибиотиков, и противовирусные, и различные растворы, все это имеется в наличии. Но если есть препараты, которые не входят в протокол, и один флакон стоит 12,5 тысяч гривен, то его ни один бюджет не потянет. Поэтому это, так сказать, решение каждого. И вы правильно сказали, что на выходные все гуляли. Значит, все гуляют, общаются, да? Потом они все заболеют, поедут в инфекционную больницу. Не и будут Бог возмущаться. Заболею. Нет, подождите, это очень серьезная вероятность этого. И будут возмущаться, что этого нет, того нет. А пусть они соблюдают средства своего карантин. Вот суммы, например, они, значит, издали такое распоряжение, что больше двух вообще не выходит. Город Сумы. Поэтому я думаю, что население тоже должно серьезно отнестись. Прежде всего, это их забота о своем здоровье, своих близких, детей и так далее. Получается так, что все хотят гулять, а потом врачи должны что, жизни лишаться из-за этого. Поэтому я убедительно прошу пересмотреть отношения жителей и, в общем-то, уважительно относиться и к врачам, и к своему здоровью. Спасибо. Спасибо, Лена Александровна. Давайте мы с вами в завершение еще раз проговорим о том, чтобы вы сейчас проработали тот шаблон, который мы будем получать два раза в сутки, информационный шаблон. Вот так, как мы с вами говорили, количество пациентов, которые имеют подозрения, из них выявленных, где выявлен, то есть экспресс-тесты, ПЦР-тесты. Дальше, обязательно нам необходимо учесть здесь состояние выявленных уже инфицированных больных, их состояние, в котором они находятся, и на что еще здесь можно, я считаю, что все, любой глоток свежего воздуха или положительной информации, он тоже должен присутствовать.
Хотя здесь уже не знаешь, как только появляется положительная информация, народ ты потом вообще не загонишь по домам. С одной стороны, хочется драматизировать и вызывать панику у людей, но с другой стороны, ты видишь, что, по-моему, не понимают. С одной стороны, смотришь по телевизору эти кадры из Италии, где колонна грузовиков везет гробы, не справляются крематории, не справляется никто с этим. С другой стороны, видишь здесь переполненные пляжи. Пляжи, я имею в виду зону отдыха, зона общественного или общественного пространства, заполненное людьми. Но с другой стороны, мы тоже, чтобы не сеять панику, должны говорить, если у нас есть среди 8 пациентов инфицированных, выявленных, инфицированных сегодня, те, кто или пошел на поправку, или уже вылечился, мы тоже должны давать эту информацию. Поэтому контроль над теми, над выздоравливающими, то есть уже тенденция, вот первое, много было шума насчет этого молодого человека, если как у него состояние, сделать там, по-моему, предусмотренные двойные тесты о том, чтобы определить, вылечился, излечен он, уж нет коронавируса. То есть эту информацию, обратите это на внимание, мы сейчас все направлены, это правильно сделано, но здесь и должны быть немножко положительная информация о том, что при соблюдении, при быстром выявлении, обращении в медицинские учреждения, это все возможно поправить. Не запускать, не прятаться, не заниматься самолечением. Но и в то же время показывать это. Поэтому разработайте такой своеобразный шаблон или протокол доклада по тем параметрам, по которым мы сегодня пробежались. Что касается распоряжения главного санитарного врача. Что до похования? Я доложу. Будь ласка, давайте. Да. Я могу начать, а вы там пока подготовьтесь. Давайте. Что? Присаджуйтесь, Олександр, давайте. Шановний Геннадій Леонідович, шановні присутні, 27 березня було видано розпорядження номер 6 керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 Віктора Ляшко. Згідно цього розпорядження, встановлено, що поховання померлих від коронавірусної хвороби здійснюється з дотриманням наступних вимог. Перше. Тіла померлих мають бути оброблені дезінфекційним хлорвмісним розчином та поміщені у непроникний герметичний пакет-мішок. Друге. Поховання, в скобках кремація тіла, здійснюється у щільно закритій труні. Третє. При здійсненні поховання померлого дозволяється перебувати одночасно у приміщенні не більше як одна особа на 10 квадратних метрів та забезпечити відстань між ними не менше ніж 1.5 метра. Органи місцевого самоврядування, утворені ними спеціалізовані комунальні підприємства, здійснюють облік осіб, які були присутні під час поховання із зазначенням дати, часу перебування, прізвище, ім'я по батькові, адреси проживання, контактного номеру телефону. Ну і керівникам робіт довести це розпорядження до відома. З комунальним підприємством «Спецкомбінат» ми вчора відпрацювали вказане розпорядження і даємо його на розгляд нашого міського штабу в такому вигляді. Пропонуємо, по-перше, з метою виконання вказаного розпорядження комунальному підприємству видати наказ щодо порядку виконання зазначеного розпорядження. Друге, для виконання пункта щодо обліку осіб, як тут було написано, присутніх під час поховання, створити мобільні групи та своїм наказом затвердити порядок їх роботи. Керівникам комунальних некомерційних підприємств міська клінічна інфекційна лікарня, міська клінічна лікарня номер 5, міська клінічна лікарня номер 11 та міська клінічна лікарня номер 1 відповідно до вказаного вище розпорядження забезпечити патологоанатомічне бюро, яке розташоване на території цих лікарень, необхідним дезінфекційним розчином та герметичними пакетами мішками. Крім того, працівників забезпечити засоби індивідуального захисту.
Вказане розпорядження довести до відома інших закладів охорони, незалежно від форм підпорядкування, у яких є в наявності, я нижче зупинюсь, патологоанатомічне бюро. На сьогоднішній день є інформація по кількості таких бюро на території міста Одеси, орієнтовна кількість тіл, які там можуть зберігатися. Але ми виходили з того, ті лікарні, які у нас як госпітальні бази. Враховуючи ту тенденцію, є така пропозиція, провели переговори, але хочемо, щоб це було написано в протоколі засідання штабу, департаменту транспорту спільно з департаментом охорони здоров'я внести пропозиції щодо можливості залучення автомобільного рефрижератора з метою використання холодильного обладнання і розташувати його на території інфекційної лікарні. Дякую. Все ми передали в штаб, потім оформимо. І тоді департаменту транспорту, щоб ми сьогодні перевели переговори і на умовах оренди, чи на якихось інших умовах, щоб залучити такий транспорт. Не транспорт, а саму камеру. Дмитрий, наш спецкомбінат, или наше підрозділення, візьміть во внимание все, що зараз було сказано, і отработайте, пожалуйста, все ті положення, які там определені. Да, ми вже підготувалися. Проговорите, і по поводу транспорту, по поводу рефрижераторів, також, либо транспортники наші вам допоможуть. Я знаю, що ви теж займалися транспортом. Ми займаємося, ми іщемося. Поэтому ми повинні бути готовы ко всему. Подготовьтесь, или необходимо будет какое-то... Надо выйти на порт, на Одесский порт. Там есть холодильные камеры, холодильники. Проговорите там рефрижераторы, что там у них имеется, подвижное, может быть. Также проговорите, какие мощности есть там, в Одесском порту. Будет сделано. Спасибо. Спасибо, Светлана Николаевна. Пожалуйста, Кузнецов. По выходным нам дайте информацию, мы и так все видели воочию. Ну, присаживайтесь, давайте сидим. Добрый день, Геннадий Леонидович. Значит, мобильные группы департамента и коммунальной установы муниципального ВАРТа, также с нами совместно полиция, и в воскресенье подключилась МЧС, постоянно патрулировали прибрежную зону, центральную часть города, Таирово, поселок, Бюветы, в общем, все места, где были массовые скопления людей. Где-то мы эту информацию получали из сетей, где-то нам служба 077 мониторя видеокамеры давала, везде там, где были скопления граждан, везде проводилась системная работа. Она дала определенные результаты, но не те, которые хотелось бы. Все равно люди есть на улицах. Ваше предложение. Я думаю, что, наверное, стоит переходить от уговоров все-таки к составлению протоколов по нарушениям правил карантина на граждан. Вчера составлялись единичные протоколы полиции за разжигание костров, но это буквально единичные случаи. И второе, каждый составленный протокол нужно широко освещать в СМИ, это тоже профилактическая работа, потому что задача не написать число протоколов, а людям довести, что за нарушение правил карантина наступает ответственность. Продумайте, пожалуйста, комплекс мер, который вы предлагаете ввести. Что вы предлагаете сделать? И мы рассмотрим это на комиссии ТПЧС. Пожалуйста. Есть. Доброго дня. Доброго дня. По ситуації вихідних, як всі знають, сьогоднішнього ранку з 8 години почали розвертуватись блокпости на межах Одеської області та на межах міста Одеси. Пропонується по тій ситуації, як доповідали працівники, які працювали разом вчора з муніципальною вартою. Тобто люди не реагують на зауваження, коли бачать, під'їжджають машини поліції і машини муніципальної варти, просто починають бігати в парках,
ну, втікаючи від поліції. З усіма проводиться, проводились роз'яснення. Рекомендується, так як в деяких городах прийняли рішення комісіями ТЕП, що на вулицю люди виходять тільки в масках, і пересування в транспорті, власному транспорті легковому, у нас згідно постанови Кабінету міністрів дозволяється пересування в власному транспорті. Але через те, що на території країни введена чрезвичайна ситуація, місцевим ТЕП дозволяється обмежити кількість людей, яка їздить в власному транспорті. Я пропоную обмежити їх до 2 людей і прийняти це рішення. Давайте самі зробимо, так, підемо таким шляхом. Підготуйте свої пропозиції. Віктор Володимирович, ви підготуєте, підготовте. Павло Володимирович, зберіть цю інформацію, назначайте комісію на завтра. Якщо буде необхідно сьогодні, ми успіємо, назначайте комісію, нашу городскую комісію, на которой мы рассмотрим вопрос по, звучит оно, конечно, не совсем хорошо, но это необходимая мера по ужесточению мер, для того, чтобы все-таки обратить внимание. Также мы вчера общались с рядом депутатов, есть тоже предложения определенные в оказании помощи. Сегодня мы продолжим обсуждение и будем вводить. Продумайте весь комплекс мер, что нам необходимо сделать. И не просто мы можем декларативно это сделать, не ходить, не ездить. Но как мы будем выполнять это, как мы будем обеспечивать? Продумать сразу, чтобы мы продумали механизм. И сегодня мы будем проводить совещание, я думаю, что мы успеем. У нас сегодня целый ряд запланированных совещаний и встреч, в том числе с представителями силового блока, я имею в виду тех негосударственных структур, частных охранных структур, которые работают на территории города, в том числе и формирование общественных. Если у вас будет время, можем вместе повстречаться. Мы уже предварительно говорили, сегодня мы будем вырабатывать комплекс мер по охране наших подразделений, потому что муниципальная безопасность и силы национальной полиции, патрульная полиция не справятся со всем. Поэтому необходимо так, чтобы это было в помощь, но опять же таки, чтобы это все было под руководством сил национальной и патрульной полиции. И координировалось как-то с городом, чтобы мы вместе понимали, где нам что необходимо. Я думаю, такую координацию сегодня необходимо, такое взаимодействие сегодня необходимо наладить, и мы это сделаем. Но с вами все это совместим и сделаем единый план по обеспечению безопасности общественного порядка, в том числе и, может быть, налаживание вот этого патрулирования и наведение порядков, и объяснение, разъяснение людям, что это, что нельзя этого делать. Ну, не знаю, правда, какими, как можно слова еще найти. Я сам вчера общался неоднократно. Проговорим, хорошо? Я сообщу время, когда, потому что у нас немножко накладка, мы на 11 часов с предпринимателями встречаемся, а после этого посмотрим, как у нас. Добро. Павел Владимирович, что у нас, какие вопросы еще? А? Что, Свет, не слушаю. Пожалуйста, Светлана Николаевна. Я хочу доповісти про стан виконання бюджету. Давайте. На жаль, за останні більше, мабуть, 5 років, вперше ми не виконаємо планові показники першого кварталу. На сьогоднішній день ми рахуємо це мінус 25 мільйонів. Я не буду говорити ті причини, ми всі знаємо. І це враховуючи те, що частково перша половина березня підприємства та інші суб'єкти сплачували кошти і плату за землю, і орендну плату. Але я думаю, зараз це не головне з однієї сторони, але з іншої ці кошти нам дуже будуть потрібні на всі заходи, про які я нижче зупинюсь. На слайді ми бачимо, скільки ми сьогодні виділили коштів саме на реалізацію всіх заходів щодо запобігання занесенню
коронавірусу. І ми показали, що розмір цих коштів змінюється. Тому що і сьогодні, мабуть, завтра це тут нема коштів депутатського фонду. Тобто сума буде збільшуватись. Сьогодні у нас вже пішов процес фінансування. Станом на п'ятницю ми профінансували в загальній сумі майже 20 мільйонів, із яких 13 мільйонів – це кошти саме на заклади охорони здоров'я, і майже 5 мільйонів – це кошти на заклади комунальні підприємства житлово-комунального господарства. Я ще хотіла, ми підібрали таку інформацію, слідуючий слайд. Звичайно, це інформація оперативна, це та інформація, яка є в відкритих джерелах, що ми змогли її вибрати, це розмір коштів, які станом, знову ж таки, на п'ятницю були виділені з бюджетів різних інших міст. Ну, я думаю, що ми всі бачимо, що Київ, звичайно, на першому місці, на другому місці по виділеним коштам іде місто Одеса. І те, що ми неодноразово говорили, що основний тягар зараз лягає на саме бюджет міста, слідуючий слайд, тому що міська клінічна інфекційна лікарня – це та лікарня, яка знаходиться в підпорядкуванні міського бюджету. Майже і ми навели приклад, які лікарні в містах, в всіх інших містах – це обласний бюджет, звичайно, там кошти в основному із обласного бюджету. Також хочу сказати, що незважаючи на ті проблеми, які є, в повному обсязі майже 325 мільйонів фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери профінансовано, виплачено всі працівники бюджетної сфери, всі працівники комунальних підприємств отримали кошти на заробітну плату, всі заявки, які були станом на сьогоднішній день, це і енергоносії, і продукти харчування, і інші витрати профінансовано в повному обсязі. Дякую. Дякую, Слава Миколаївна. Одне лише, що хотілося б казати. Треба нам... Дивіться, ми виділили із городського бюджету, була сума вам показана, там 158 мільйонів, чуть більше. Це в общій сумі. Всього на сесії ми виділили ціленаправленно 143,5 мільйона. Плюс мы считали туда дополнительно те средства, которые мы перечисляли по этому же направлению, но по другим программам. Но в целом на борьбу с коронавирусом, с этой заразой, было выделено вот более 158 миллионов. Помимо этого, штабом проводится большая работа по привлечению и средств внебюджетных. С одной стороны, сказать «работа» – это немножко неправильно, так сухо сказать. Взаимодействие с бизнесом, с неравнодушным бизнесом, те, которые сегодня люди имеют возможность, помогают сегодня городу, огромное спасибо. Поэтому я думаю, что нам необходимо в следующий раз показать общую сумму, сколько у нас выделил город и сколько у нас, пока мы не будем персонифицировать это все дело, разговаривать, кто это сделал. По согласию с предпринимателем из Бесценна мы, безусловно, это сделаем, но получив согласие предварительное. Но, Павел Владимирович, вам нужно это все сделать. Первое, показать. 158, во-первых, я прошу вас, Светлана Николаевна, 158 миллионов, чтобы четко у нас было понимание, каждая неделя прошла, куда потрачена каждая копейка, что мы купили. Да, это мы будем, как мы израсходуем средства бюджетные. Что касается привлеченных средств, не будем называть привлеченными, вот тех неравнодушных людей. Внебюджетных, так вот, внебюджетных средств. Павел Владимирович, распишите, пожалуйста. Кто у нас купил оборудование, вот, например, криоцилиндр, ИВЛы, маски, то есть это можно просчитать все в штучном, там сколько это в количественном выражении, и перевести это в средства. То есть сколько у нас сегодня тратится денег на противодействие распространению коронавируса в Одессе. Сколько денег? Я знаю, что мы воспользовались услугами или партнерскими отношениями с Красным Крестом. Сколько у них открыт специальный раздел счета, куда мы это сделали таким образом, чтобы не возникало у тех умников и умниц, которые пишут, контролируют, в общем, занимаются
все бесполезные абсолютно работой, только мешая сегодня в консолидации противодействию. Так вот, чтобы не было этого, мы должны все это расписать до копейки и проинформировать. Поэтому на следующее такое совещание нашего штаба обязательно сделайте. И чтобы она в динамике будет меняться, мы будем дополнять, информировать, сколько у нас средств из разных видов бюджета. То есть предусмотреть, Павел Владимирович, смотрите, государственный бюджет, местный бюджет, наш собственный бюджет и небюджетные средства. С одной стороны мы расписали, с другой стороны, какое оборудование, где куплено, на что потрачено. Это обязательно нужно сделать и информировать население. Александр Васильевич, я вас прошу по спецпропускам, быстрее это вводите. И еще одно, что хотел сказать. Нашему КП «Парки», пока он существует в том виде, в котором он существует, и другим подразделениям, я прошу, Татьяна Юрьевна, вас, что нужно необходимо сделать? Разработайте информационные щиты. Предложите как-то, чтобы они были достаточно кричащие, не знаю, кричащие такие, которые необходимо установить, проговорите с, в том числе с теми, кто у нас пока еще арендует эти пляжи или где-то в парках, где на всех входах в парк должны появиться у нас сегодня, завтра большие информационные щиты с той информацией. Может быть, еще раз, кто не читает и не смотрит, сколько погибло людей, сколько сегодня больных, сколько инфицировано людей. И большими буквами, не знаю, как вы это сделаете, но придумайте. Просьба воздержаться от массовых прогулок. Просьба, это должны появиться такие, мало того, департамент рекламы. Есть у нас Панасченко? Нету? Олесь Борисович, проведите работу, скажите ему, что нам необходимо использовать в разделе социальной рекламы. Завтра должен город весь быть. Не вот эти мордашки симпатичные, поздравляющие на зеленом фоне женщин с 8 марта. Попросите поснимать эту гадость всю и поверить, повесить информационные щиты о том, чтобы одесситов предупреждать о той опасности, которая надвигается вообще во всем мире, бушует уже, и надвигается на наш город. Далее, Александр, хотели сказать что-то? Геннадьевич, тут ситуация такая, что вот этот предприниматель, который обещал возить из области, отказывается. У нас проблема. Еще раз, что? Значит, у нас вот то, что я докладывала, что мы вели переговоры с предпринимателем, который будет возить из области наших сотрудников, в частности, инфекционной больницы и третьей детской. Сейчас он отказался. Значит, у них есть возможность ездить железной дорогой, но не берут их, не сажают в электрички. Мы написали письмо, значит, мы обращались в руководство железной дороги, и они сказали, что только с указанием министерства их, путей сообщений, как оно там называется. Мы написали письмо в наше министерство, чтобы они обратились в то министерство и согласовали вопрос перевоза. Может быть, как-то можно это ускорить, пока будет одно письмо идти, второе, людям нечем ехать, они будут увольняться, они же пешком не пойдут 70 километров. Это очень остро стоящий вопрос. Вот только что мне позвонил главный врач этого учреждения. Я понял. Давайте, Сергей Николаевич. Сейчас, Сергей Николаевич, что такое? К нам обращалась компания «Автотранс». Ближе к микрофону. К нам обращалась компания «Автотранс», это перевозчик. Они готовы на бесплатной основе возить работников одной-двух больниц. В том числе из Одесской области. Дмитрий хотел что-то сказать, вы говорили. Жизнь показывает, что никуда мы не идем от классики. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Извините за, может быть, такую циничную, может, шутку, не совсем к месту. Но это правда о жизни. Поэтому, Сергей Николаевич, вся информация, которая заходит перевозчикам, задача номер один – обеспечить транспортом. Если кто-то не понял, значит, будем по-другому разговаривать. Мы должны обеспечить транспортом людей. Да, пожалуйста. Я думаю, ему надо согласовать с областным управлением транспорта, потому что там организовано 5 маршрутов, которые доставляют с области врачей сюда, в Одессу. И они ездят. Мы им выдавали спецпропуска, то есть машины ездят. Может, это просто на скомпоновать все вместе и все. Александр Васильевич,
У вас есть контакт с областными структурами? Да, Геннадий Ильич. И что они говорят? У нас полный контакт с коллегами. Ну что они говорят вот с этого вопроса? Смотрите, нам нужно вводить медицинских работников, они, у вас полный контакт. Этим не должна заниматься Елена Александровна, у нее дел за гланды, она и так вся... Сейчас уже мыли. Организовано 5 маршрутов по перевозке 853 сотрудников. Сколько? 853 сотрудника. Идет речь о том, что нужно дополнительные автобусы в те районы, где просто отсутствуют физические дороги. Именно поэтому он сказал за перевозчик. Чтобы, мы отработаем. Чтобы сэкономить время, мы сегодня не рассказывайте мне про трудности. Вы мне скажите выход из ситуации. Ну, Сергей Николаевич уже... Я сказал... сам расскажу про трудности, мы плакать будем до вечера. Мы отработаем сегодня. Вы найдете дороги. Автобусы для того, чтобы возить сотрудников? Да, мы отработаем. Найдите, пожалуйста, сегодня, проинформируйте Елену Александровну. Она не должна этим заниматься. Она должна подать вам заявку. Допустим, там 1000, не знаю, как 800, 700, 500 сотрудников возить. А вы найдите возможности, как это сделать. Если медицина начнет заниматься транспортом, то мы получим то, что получим. Сделайте, пожалуйста, Елене Александровне доложите. Елена Александровна, а вы подали информацию. Занимайтесь, пожалуйста, контролируйте. Они обязаны вам доложить. Если кто-то не доложит вовремя, мне смс-очку. Спасибо. Я придам ускорение процессу. Сегодня, как я уже сказал, нам необходимо провести встречи. Алиса Борисовна, готова встреча у нас? По информированию, во-первых, мы получим информацию о запасах продовольствия в Одессе. Проводим встречу с владельцами супермаркетов, рынков. После этого мы планируем провести, как я уже сказал, встречу с силовыми структурами, частными силовыми структурами, охранными компаниями. Общественными формированиями, те, которые есть в Одессе. Независимо от их политических взглядов и ориентации, да. Они, я имею в виду политического ориентирования, сегодня все понимают, что вирус не рассматривает и не спрашивает, какой партии кто принадлежит. Поэтому все должны консолидировать свои усилия в поддержании, в том числе, общественного порядка. Первое. Взять под охрану все наши объекты сегодня, которые мы определили как опорными, базовыми медицинские объекты. Обеспечить контроль, патрулирование возле аптек. Сегодня они становятся предметом особого повышенного интереса. Обеспечить охрану и патрулирование в плане того, что по докладам наших инженерных сетей началось массовое воровство кабеля, все, что имеет ценность сегодня. Как я уже говорил, кому война, кому мать родна, у кого коронавирус, у кого там. И я думаю, ситуация, так, к сожалению, будет, не будет улучшаться. В том числе мы понимаем все, что, и мы не можем об этом молчать, потому что молчать – это занять страусиную позицию. Засунуть голову, понимаете, куда, и делать вид, что все хорошо. Так мы поступать не будем. Сегодня те, кто работал на местах общественного такого посещения, массовых общественных мероприятий, или посещал рынки, супермаркеты, работали там и другие люди, которые зарабатывали с того, что там где-то шарили по карманам, извините за такую простоту. Так эта категория, кто занимался квартирными кражами. Сегодня люди сидят дома, поэтому также напряженка. Мы должны четко понимать, что это вся категория людей, которая сегодня будет искать себе заработок. И мы должны быть во всеоружии. Обеспечить безопасность в городе всеми возможными способами. И помочь сегодня государственным ведомствам, ведомственным подразделениям, и Нацгвардии, патрульной полиции, национальной полиции. Общество должно консолидироваться в этом вопросе. Все, без исключения. Я думаю, что у нас все получится, когда мы будем вместе. Вместе, во взаимодействии. И самое главное, нам сегодня нужно добиться того, чтобы люди, жители нашего города, прониклись чувством ответственности. На это должна быть направлена вся наша работа сегодня. Параллельно вырабатывая, как я уже сказал, мероприятия по
контролю, жесткому контролю, ужесточению мер. С другой стороны, без того, что люди поймут это и сами будут вести себя подобающим образом, эффекта от этого будет очень мало. И также мы сегодня планируем, Виталий Александрович, мы с вами посмотрим лабораторный центр, и необходимо дать эту информацию. Я попрошу средства массовой информации, ограниченные, чтобы вам как-то, соблюдая меры безопасности, то, что вы разрешите показать, рассказать, мы должны рассказать людям. Успокоить их хотя бы в этом. И следующий вопрос, который мы сегодня не рассмотрели, Елена Александровна, важный вопрос, который волнует людей. Наличие медикаментов. Подготовьте эту информацию, и в перечне, в ежедневном перечне у нас должен быть, какой запас медикаментов у нас есть по лечению. Мы сегодня говорим о выявлении, о ПЦР-тестах, о тестировании. Протестировались, определили. А теперь мы должны сказать следующий шаг. Что, следующий шаг, мы говорим о наличии койко-мест, следующий шаг, мы говорим о наличии медикаментов. Какое будет лечение назначено, если все препараты? Продумать это, эта информация тоже должна лежать у нас в ежедневном протоколе. Спасибо. Всем работаем, работаем все, соблюдайте меры безопасности, будьте здоровы все, берегите себя.